На автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре на мосту через Черную речку под колесами Ниссана Пресаж погиб пешеход. ДТП произошло около полуночи. Водитель минивэна ехал по неосвещенному участку дороги в сторону краевого центра. Человека на проезжей части 39-летний автомобилист не видел до последнего момента. По словам хозяина Пресажа, пешеход вышел на путь движения машины откуда-то справа. За полчаса до трагедии пешехода, который ходил по проезжей части, едва не сбили два других водителя. 32-летней автолюбительнице на Honda Insight пришлось приложить максимум усилий, чтобы не задавить человека. Она вовремя заметила стоящего посреди проезжей части мужчину и смогла каким-то чудом обрулить его, не столкнувшись с едущими навстречу машинами. Женщина настолько отчаянно пыталась затормозить, что после дугообразного маневра гибридный автомобиль развернула на 180 градусов. Автомобилистка призналась полицейским, что машина все же задела пешехода. Мужчина задел заднее зеркало иномарки локтем, однако после столкновения на автомобиле следов не осталось. Еще один шофер едва не сшиб ходившего по дороге мужчину за пару минут до наезда. Военнослужащий направлялся в сторону Хабаровска и тоже смог увернуться от бродячей помехи. Придя в себя, молодой человек развернул машину, чтобы прогнать с дороги неадекватного пешехода, но было уже поздно. Водитель Пресажа сокрушался, что мог бы заметить человека, если бы за мгновение до удара не выключил дальний свет фар. Переключиться на ближний его вынудил встречный шофер, давший понять, что ослеплен ярким светом. Личность пешехода полицейским удалось установить на месте аварии, погибший 51-летний житель села Калинка. Что делал мужчина на дороге в 300 метрах от ближайшего пешеходного перехода, теперь предстоит выяснить следователям. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.